Так, всем доброе утро, товарищи охотники. Сегодня у нас метель страшнейшая на улице. Ветер 12-13 метров в секунду, суббота. Едем с обществом охотников на загонную охоту, кабан косуля. Ну, посмотрим, что будет в лесу, но следов точно свежих нигде не будет, потому что мело всю ночь, начиная с вечера, и до сих пор метет, и будет еще и весь день мести. Вот. Хотел вам показать вереницу машин, которая едет, но отсюда уже не так сильно видно. Может, и видно. Так что смотрим, что получится. Я буду Саша, вставай, Саша. Я остаюсь? Да. Хорошо, говорил. Хоп-хоп-хоп, тунгус. Тунгус. Как должен ползти через ебеня? Маша, бери это и иди, блядь. О, заяц пошел. Опа, опа, давай. Да? Не-не-не. А что, разрешил тебе, Михалыч? Не, Михалыч, разрешил. Отработали собачки. Хуйня, мы на эту хуйню не охотимся. Да, да, да. Да, ты молодец, да, пойдем, пойдем. Лосяш пошел. Это разбился. Оп! Нет, нет, я стрелял! Оп! И туман еще здесь.